Добрый день, друзья, подписчики моего канала. Ну что, вчера все видели прекрасную погоду, дождик. Хорошо, но сегодня совсем другая ситуация. Похолодало, ветер, блин. Наверное, на киле дает о себе знать. Уже думал учебчику ходить. А ну еще пришлось теплые вещи брать с собой. Так что утепляемся и летим на работу. Что по работе хотел вам рассказать? Ну, работаем там, садим. Ну, я трохи занимаюсь другими делами, не успеваю. Так идет посадочка. Скоро будем высевать семена сосны в короба на площадку, где я подкапывал сосну. Ну, пока нас то чуть-чуть мешают люди. Некоторые активисты понападали на нас, что мы воруем землю сами у себя, брали торфяки в лесу. Но некоторым людям это не нравится, говорят, что мы ее воруем. Ну, я думаю, что сами воруют и думают, что все такие. Надо срочно засыпать, обогатить чуть-чуть почву возле лесхоза, там где пожарка. У нас есть специальные площадя для посевов. Надо их обогатить, потому что чистый песок, ну, плохо прирост, плохой, как бы правильно, ну, погано, слабенько. Подсыпать торфячку, чтоб урожай был хороший, чтоб крепкая была сеянцы, потому что нам садить и садить сосну. Ну, видите, всякие люди, кажется им все, хреститься надо, чтобы не казалось. Ну, поднимают всякую ерунду, вставляют палки в колеса. Сейчас активизировались все с этим лесом. Пусть бы водители, трактористы-то не побросали работу с таким нервным напряжением. Вроде нема ничего страшного, а 4 часа всяких этих движух с полицией, протоколы все, объяснительные, ну так и, ну то так и, устаканится, как говорится. Ну что, люди уже высаживали картошку, а мы ждем тепла, надо ехать тоже на деревню, высадить картофана, потому что все не садили, а может и к лучшему, в прошлом году посадили, три раза вымерзало подчистую, до черна, так что в этом году попозже. Ну, мороза нема, плюс 8, ну ветерок, прохолода такая приемная, так что пока так. Так что если будем сеять, я попаду на участки, буду снимать, показывать, как мы там его высеваем, нормы высева. Светлана Васильевна нам, думаю, расскажет по порядочку, что там делать. Ну, пока так, бегим на работу, побегаем возле девятиэтажки малосемейки, где живет наш друг Олег Александрович. Так, печки поют, кущи цветут, короче, нормалек. Так что там сильно меня не ругайте за видосы, скажу, бегаю с работы на работу, снимаю видосы. Ну тоже, то некогда. То бывают такие моменты, что людям не нравится, что они попадают в кадр, то же самое, не очень интересно. Так что вот так, друзья, ну что, на связи, сниму, покажу.